запрос сделали в дорожный комитет, соответственно, в администрации, сообщат они нам, если этот участок относится к тротуару, значит, мы что в первую очередь сделаем? Значит, естественно, начнем теперь штрафовать сейчас водителей и закроем эту всю зону, уже получим договоренность в озонами. Ограничим этот тротуар от проезжей части, лишим, так скажем, возможности водителей фактически сюда заезжают. Мы не можем понять, да, вот я, честно говоря, вышел, вот бордюр, каждый тротуар отделен от проезжей части бордюром. Здесь есть закругление, я вот водителей заезжаю, и как здесь широко, сам видите, мы не поймем. Знаков нет, да. Ну, то есть с магнитом сейчас определились, у них заезд осуществляется загрузка, отгрузка со двора, два предприятия, у них есть своя территория. То есть, в принципе, мы каких-то, если закроем даже этот будет тротуар, мы не закроем эту проезжую часть, мы неудобств, в первую очередь, никаким предприятиям здесь не создадим, а освободим этот тротуар, если он является тротуаром. Вот машин, то есть вопрос, я думаю, будет решен буквально на следующей неделе, в течение недели он будет полностью закрыт. Да, мы сейчас администрацию Ленинского района вызвали, машины все сфотографировали, они сейчас будут по ЗСО за стоянку на зеленый день. Что касается этих машин, мы пока не можем применить административные санкции.